Здравствуйте, дорогие зрители! Как вы уже заметили, у меня на канале есть много разных видео, а также я пытаюсь создать художественные видео. Пытаюсь снимать кино. Захотела я снять фильм, который будет называться, рабочее название, «Убийство в библиотеке». У меня уже объявлен кастинг. Есть даже претенденты, очень хорошие претенденты, но есть еще и свободные места. Но фильм тормознулся. И это как раз повод мне обратиться к вам, дорогие зрители. Потому что для фильма нужны не только актеры. Нужно много реквизита. Поскольку сюжет фильма о том, что в библиотеке снимают кино о убийстве, то нужно много киношных атрибутов. Пускай бутафорные камеры, подобие осветительного оборудования. Нужны носилки, рупор. Но поскольку нужны все эти атрибуты, костюмы, это выходит довольно затратно. И поэтому я прошу моих зрителей YouTube-канала скинуть кто сколько может на карточку. Будут здесь под видео номера карточки. И я каждого из вас вставлю в титры. Также, кто желает, может подать заявку на участие в фильме, потому что там будет много героев. Фильм будет по известной народной сценке для капустника «Снимается кино». Вот я вставлю после своего рассказа сюда в видео эту сценку, как я играла с театром «Пилигрим». Эту сценку. Вы посмотрите, если вам понравится, буду надеяться, что вы поможете мне материально для фильма. Мат. Она гримируется. Ждать не будем. Объясняю сцену. Герой, где герой? Я. Герой, в вас попадает пуля. Вы умираете. Выходит ваша мать. Где мать? Здесь я. Ну и рожа. Мать, вы видите, что ваш сын умирает. Зовете доктора. Доктор. Я здесь. Доктор, вы выходите, констатируете смерть, зовете санитаров. Санитары уносят тело. Все, сцена закончена. Понятно? Давайте ее быстренько снимем и по домам. Поехали! Сцена первая, дубль первый. Привет, я герой. Меня попала пуля. Я умираю. Мама! Это мой сын. Он умирает. Доктор! Слишком долго ждать. Кто-то обязательно заболеет. Вы доктор Хаус? Да. Но чувствую, что я еще об этом пожалею. Кстати, у него пулевое ранение. Так просто, к слову. В него стреляли? Нет. В него просто кто-то кинул пули. Ну помогите же ему, он умирает. Нельзя ставить диагноз без биопсии. Надо сдать анализы на паразитов, химию, прионы, химикаты, радиацию и всякую гадость. Санитар, унесите все. А, такой молодой. А умер. Стоп! Что это такое? Где ваши чувства? Где переживания? Где система Станиславского? Герой, вас попала пуля 45-го калибра. Вы истекаете кровью. Мать, у вас убили единственного сына, а вы не проронили ни слезинки. Доктор, ну вы же еще и человек. Ну посочувствуйте, мадам. Санитары, вы все поняли? Короче, сами, поехали. Сцена первая, дубль, второй! О боже! Меня попала пуля 45-го калибра! Неужели мне больше никогда не увидеть солнышко? Не бегать по травке! Не пить пиво! Я умираю! Мама! Сынок! Я умираю! Доктор, помогите! Oh!
Это первая дубль третий. Короче, чуваки, тема такая. Сейчас меня больнули. Я умираю. Мать, зацени, а. Сынок, а ты что тут разлёгал? Да, слушай, дом столбом. Слезлись по гардероба. Такой молодой. Комедия. Что это за балаган? И почему вы двигаетесь еле живы? Я на вас пленку драгоценную трачу. Так, давайте все. То же самое, только в два раза быстрее. Понятно? Поехали. Пуля, умирай, мама! Мой сын, помогите, пуля! О боже! Все мелочится, залетай, руки сидите! Какой молодой! Лавуля! Да! Никуда не годится! Придите на себя со стороны! Ваши движения ужасны! Никакой пластики, я с вас очки поломаю! Так! Давайте еще думаем, чтобы было все красиво, как в балете! Спасибо вам большое. До новых встреч!